Я думаю, давайте для розігріву тоді повернемося в ті часи, коли в вашому житті з'явилася Віагра. Як це починалося? Хто вам запропонував і які була ваш, як це було відчути, що вам пропонують співати, коли ви до того не співали? Начнем с того, что до Виагры я пела, у меня была своя группа. Собственно говоря, в этой группе мы и познакомились с Сергеем, с супругом. Началось все, конечно, с телевидения. Вот, и я уже перестала думать о том, что у меня может быть какая-то музыкальная карьера. Вот, и всерьез собиралась даже уходить с телевидения и работать на радио. Вот, и я уже подумывала уходить с телевидения и работать на радио. Я уже работала на радио, то есть у меня был такой очень плотный график. Днем телевидение и ночные эфиры на радиостанции. А ну, это было Без ТВ известное. Многие помнят эту музыкальную программу. И продюсером Без ТВ был Дима Костюк, который дружил с Костей Меладзе. Ну, собственно говоря, вот они придумали группу «Виагра» и пригласили меня. Ну, еще тогда названия не было, ничего не было понятно. То есть... Як це, вас викликав Костюк, так? Як можна сказати, свого підлеглого, так? Що? Свого підлеглого, так? Ну, ви в нього працювали на каналі, він вас викликав, так? Чи як це було? Ну, как выкликов. В принципе, мы же всегда пересекались в офисе, угу. Потому что у нас такая была очень дружная команда, и мы часто виделись, и своего босса Диму Костюка, он просто сидел в соседней комнате, в соседнем кабинете. Поэтому мы всегда пересекались, и он всегда меня называл Гуана Эйпс. Вот, что. И все время спрашивал, ну как, Алена, ты продолжаешь еще репетировать и играть в гараже? Ну, то есть он знал, что у нас еще, мы еще репетировали в гараже, то есть у нас такая классическая рок-группа молодежная была. Вот. И что там произошло между самим Димой и Костей, я не знаю. Но они, ну, я просто знаю, что они решили сделать женский коллектив. Вот. И я думаю, что с легкой руки именно Кости. Вот, решили как бы меня пригласить, как-то пообщаться, познакомиться, прослушивание устроить. Ну, то есть, вот так все это и было. Вы помните тот день, когда вы впервые встретились с Костой? Какие впечатления на вас справа? Ну, конечно, я помню прекрасно этот день, но дело в том, что я не знала, кто такой Константин Меладзе. Это были такие времена, когда все знали Валерия Меладзе, а Костю еще знали не очень хорошо. Многие вообще даже не знали, что это два брата. Вот. И, естественно, я его, я не знала, как он выглядит. Вот. И в один прекрасный момент у меня был эфир. Это были такие у нас дежурные эфиры на Без ТВ, когда ты один работаешь целый день. Ну, как бы такой выходной для всех других ведущих. Вот. И Дима меня вызвал в кабинет и сказал, значит, после эфира сразу приезжай в офис, и мы поедем к очень интересному человеку. Он композитор, пишет песни, вот он хочет сделать группу. Вот. И вот нам надо, чтобы вы познакомились. Я как-то очень легкомысленно к этому отнеслась, без всякого ажиотажа, потому что Костя мне всегда казался таким человеком со странными идеями, который может предложить что-то такое, что мне, ну, заранее не понравится. То есть я ему до конца не доверяла. То есть это, для меня Дима Костюк — это не был таким человеком, которому я вот прям... вот все, что он скажет, это... И я решила никуда не ехать. Вот. Я отэфирила, еще задержалась там на какое-то время с друзьями на телеканале. И вдруг открывается дверь, и заходит Дима. И прямо буквально за шкирку. Я тебя жду в офисе. В общем, он разнервничался. Надо ехать. Я еще какое-то время отбивалась, говорила, что никуда не поеду. Но все-таки он меня уговорил. И мы поехали. Все это так казалось странно, куда-то, в квартиру, кому-то. В общем, приехали, дом в центре города, зашли в подъезд, поднимаемся, звонок в дверь, и вот дверь открывает Костя Меладзе. Вот это и была первая такая встреча с ним. Вы помните первое впечатление? Я немножко сначала не поняла, кто это. Вот, а, точнее, я вообще не поняла, кто это. Вот. А Дима просто нас представил, вот это Константин Меладзе, это брат Валерия Меладзе, он композитор, ну, что Валеру Меладзе знали все, и, конечно, тогда для меня это был шок уже. Но он вам сдался добрым, непривітним? Які вот перші такі? Очень приятное первое впечатление, очень уравновешенный, спокойный, с приятным мягким голосом.
Вот. Совершенно у меня не было никакого страха. Ну, то есть женщина всегда чувствует этот порог страха, когда знакомится там с мужчиной, тем более незнакомым, все это, вот этого всего не было. Была очень такая добрая какая-то обстановка. То есть мы пили чай, потом он попросил меня что-то спеть. Я там спела какую-то украинскую народную песню из того, что я знала. Вот. Он расспрашивал меня, хочу ли я заниматься музыкой, там, хочу ли я вот в шоу-бизнес. Дима ему рассказывал о том, что у меня была своя группа, что я вот сама композитор, сама пишу песни с раннего детства. Вот. И я как-то немножко, конечно, была растеряна, потому что я не знала, хочу я этого или нет. У меня не было просто... Я была к этому не готова. И мы просто беседовали по-человечески. Я говорю, я над этим не задумывалась. Ну, как бы в поп-музыке я себя вообще не видела тогда. То есть я себе представила, что это какая-то поп-музыка, вот, а мне хотелось совсем других музыкальных. Вот, и поэтому мы просто пообщались, не было никаких предложений в первую встречу, ничего вообще не обговаривалось. Вот. Вскользь было просто сказано, что вот мы, что Костя и Дима, вот они хотят сделать какой-то женский коллектив, но не как он будет называться, когда это будет происходить. И, собственно говоря, это произошло спустя год. Практически. А, через рік. Да. Це приблизно тоді ви познайомилися з Надією вперше, так? Да, приблизительно, да. Як з нею пройшло знайомство? Коли ви її побачили вперше? Ну, нужно сказать, что изначально Viagra была это трио. Вот, были еще две девочки. По непонятной мне причине, как-то в самый последний момент, когда уже нужно было записывать песню, вот попытка номер 5, на которую собирались снимать клип, вот, Костя этих девочек ну, как-то уволил, ну, в общем, он с ними расстался. Хотя мы уже даже репетировали с хореографом, то есть мы делали там какие-то постановки на аранжировку к песне, если я не ошибаюсь. Вот, и почему-то вот он решил, что нет... А клип уже нужно было снимать, и песню нужно было записывать. И я так понимаю, что вот каким-то чудесным образом они нашли Надежду, Надю. Вот, это уже не моя история, я там толком точно не могу сказать, как это произошло. И мы все вместе поехали на просмотр, на прослушивание. Ну, скорее на просмотр, потому что она больше как бы танцевала на то время, чем пела. Вот, и, конечно, я прекрасно помню этот момент... То есть очень яркая, очень красивая, очень сексуальная, и это просто бросилось настолько в глаза. Я, честно говоря, ну, я не видела в своей жизни живьем вот ярче женщин на тот момент. И она, конечно, прекрасно танцевала, и она там садилась на шпагат, и все это. И, конечно, впечатление она произвела на всех, на нас, ну, колоссальное. Вы сразу нашли с ней спильную мову, чи ні? Нет, нет, конечно, нет. Потому что мы, знаете, два совершенно разных человека, плюс возрастная категория. Ну, я киевлянка, там, я выросла в центре. Надя даже не из города, то есть она из-под Хмельницкого, если я не ошибаюсь. Она очень... очень так косноязычно разговаривала, то есть ей плохо давался русский язык, то есть и поэтому, ну, просто, ну, это как будто бы марсианин, там, не знаю, с землянином, что-то в этом роде. От ви їхали разом на гастролі, так? В деяких моментах ви навіть жили в одному номері. Да, і спали в одній кроваті практично рік. И як це, коли це марсианин, и кто там еще, и землянин? Ну вот представьте себе, что это очень-очень непросто. Ну, учитывая то, что вообще, в принципе, вся группа была собрана из людей, которые, ну, их собрал Константин. Вот, то есть это не группа таких вот людей, которые друг друга сами нашли в жизни, у которых есть общие интересы. Все совершенно разные, там, со своими мыслями, ну, поэтому было очень сложно, ну. Действительно, это очень непросто, когда ты едешь и едешь, а это гастроли просто такие, там по 10-15 концертов без заезда домой, и ты все время находишься в обществе, ну, как бы, людей, с которыми надо работать.
Надо работать над собой, налаживать отношения, как-то понимать, входить в положение. Вот. А тогда был такой еще возраст. Конфликтовали? Были какие-то такие суточки? Нет, у нас никогда не было каких-то серьезных конфликтов, прямо вот так, чтобы мы ругались там, или ссорились. Нет, у нас были на самом деле очень хорошие отношения, но просто иногда нарастало, иногда нарастало раздражение. Вот. Потому что, вы же понимаете, два разных человека живут в одном номере, вот, и спят в одной кровати, и, естественно, ты рано или поздно будешь там раздражаться на что-то. Коли була така ситуація, коли ви мали знімати кліп «Бомба», і тоді ніби перший раз в групу мала прийти Аня Садакова. Вона потім розповідала, що таким чином, ніби нею, продюсери намагалися вас залякати, тому що було щось там. Я перший раз слышу об этом. Вот. І нам ніхто нічого не сказав. Я от реально вперше от вас слышу. Вона в своїй книзі написала, що мене показали дівчатам, вони мене не прийняли, але потім мені не перетелефонували, але їхня поведінка виправилася. Вообще такого, честно говоря, не знаю, то ли у меня склероз, то ли что-то еще. Я помню прекрасно первую встречу с Аней, когда мы уже встретились, приехала Аня, и уже четко это было все, то есть нам просто сказали, что это наш третий человек. То есть такого не было, что нас там пугали или еще что-то. Я, честно говоря, первый раз такое слышу. За Аню знайшли спільного одразу? Первое время, да. Вот, первое время, да, она общительный, веселый человек. Вот. Но опять же таки, слишком разные мы для того, чтобы там между нами сложились какие-то уж больно такие теплые отношения. Поэтому это все было все равно на какой-то грани. То есть как бы да-да-да, мы вместе работаем, но каких-то теплых отношений нет. У вас в якийсь момент почали псуватися стосунки за ним? Да нет, ну не могу сказать, что они портились, просто она меня раздражала, вот, я этого не скрываю, действительно, но я не считаю, что она плохая, там, например, потому что я не считаю, что кто-то вообще плохой или хороший. Просто. А чем дратувала? Ну, своим вот отношением к мужчинам, вот, как-то меня тогда это раздражало, что вот она очень все хотелось ей всем понравиться, вот, как-то вот она все время была на какой-то охоте, вот, то есть она охотилась, все время охотилась, меня в то время это раздражало, сейчас я где-то ее понимаю, то есть сейчас, возможно, сейчас я бы уже совершенно по-другому к этому отнеслась, но я как-то вот это для меня было неприемлемо. А з продюсерами, які складались стосунки? Бо ми взяли інтерв'ю деяких дівчат, і вони казали, що Костя, коли критикував, він часом не підбирав вирази і робив це дуже образливо. Ну, я хочу сказати, що починалося все взагалі великолепно. Вот. І відносини ті були, ну, може, не родственні, а сімейні, але дуже-дуже теплі, дуже... Прямо, я думаю, что все мы вспоминаем это время с такой улыбкой в сердце, потому что это было здорово. Никогда я не помню, чтобы он обижал нас с Надей, когда это была еще Виагра имени Нади и меня. Вот. И был даже момент, когда мы вместе поехали в Крым. Вот, мы вместе ездили в Крым, мы, по большому счету, Костя впервые, он просто когда узнал, что я никогда не была летом в Крыму и не видела моря, для него это был такой шок своего рода, и он сказал, мы должны все вместе обязательно поехать в Крым. И мы уехали в Крым, и там провели просто прекрасно, такое веселое, очень, ну, как-то все по-доброму, так здорово. И мне больше казалось, что он относится как к детям нам, ну, к нам. Вот. Потом уже впоследствии, да, начали появляться какие-то моменты. А начиналось все, и казалось, что это будет навсегда. И я вообще даже себе не могла представить, что я когда-нибудь там уйду по своей воле отсюда, потому что здесь очень хорошо, о тебе заботятся, и все здорово. А какие моменты начали появляться? Ну, опять же, все из-за... стала нарастать раздражительность, очень сильно копиться, и на фоне с усталостью, и к тому же не, скажем,
недостатком вообще опыта жизненного, потому что у меня этого опыта вообще не было. Там, скажем так, я была значительно старше, чем Аня Седокова, но мне казалось, что у нее этого опыта, не знаю, на 10 лет больше, чем у меня. Вот. Я все-таки больше такой домашний был ребенок. Вот. У меня в жизни там практически не было никаких приключений. Я очень рано встретила своего там супруга. Вот. Он всегда меня оберегал. То есть я такая была, ну, как бы в закрытом этом коконе, в этом вакууме. У меня не было жизненного опыта общения там с людьми какими-то левыми, посторонними. Конечно, я и работала до этого все, но это как-то не так. Вот. А здесь началась эта гонка, то есть это бесконечные концерты. Я вообще периодически не понимала, где я нахожусь, то есть в каком мы находимся городе. Вот. То есть это такая была дикая, как бы, эксплуатация, вот, что любое, ну, напряжение в группе сразу выливалось в какие-то, ну, недопонимания, там, и раздражались все по итогу. Вот. И я думаю, что это основная, конечно, была беда. Ну, якийсь конкретний приклад, коли, як ви сказали, розрядка відбувалася? Ну, сейчас, может быть, я не вспомню что-то конкретное. Это надо... Ну, хоча б між ким і ким? Між вами і Костянтином, правильно я розумію? У мене з Костей ніколи не було серйозних конфліктів. Ніколи. Він мене ніколи не обіжав, по суті. Ну, то есть, там, очень рідко, може бути, пару раз там... повышал голос, но это было без мата, и все это вот как-то ко мне, меня как-то пронесло в этом смысле, не знаю, как он кричал там на других. Вот, просто там дело в другом, там дело вот в каком-то внутреннем перенапряге, наверное. Не знаю, мне сложно как бы это объяснить. У Костянтина, очевидно, була симпатія до усіх дівчат, бо ми спілкувалися з Бубешкою, він каже, ну, звісно, він відбирав тих дівчат, які могли б викликати цікавість в нього, в чоловіка. Ну, це нормально. Так. А у дівчат було якась закоханість, можливо, в Костю? Хтось намагався з ним фліртувати? Ну, я думаю, що, мабуть, всі були трохи влюблені в Костю, тому що він чоловік, ну, мужчина, який... Ну, вот ему дано это от природы, он умеет вызвать эту симпатию к себе, расположить, и вот как-то, и в основном это происходило, потому что, Костя, девочки все всегда видели в нем вот защитника, да, вот, ну, вот что на него можно положиться, это такой мужчина, там, как за каменной стеной, а для женщины это очень важно, поэтому, я думаю, все понемногу как-то симпатизировали. Вы відчували змагання за увагу Кости серед дівчат? Особливо, коли у вас вже було троє. І навіть четверо, так? Був такий момент, коли у вас було четверо. Так, у нас була ще Танечка Найнік, це наша четверочка така у нас була. Змагання? Ні, не відчувала. От не можу сказати, що було якесь суперництво, чи щось. Може бути, у кого-то і було, у мене не було такого відчуття. Аня написала в своїй книжці, що була холодна війна між дівчатами. Это уже когда меня не было, наверное. Это уже в другой Виагре. Еще она называла в своей книжке Меладзе Карабасом-Барабасом. Ну, действительно, по сути, Карабас-Барабас. Почему? Ну, потому что он создал некий кукольный театр. То есть он создал что-то, вот, какой-то мир, да. И вот он, ему... Видимо, как мне кажется, очень нравилось очень сильно руководить вот людьми, ну, то есть ставить их в какие-то ситуации, там. В общем, полностью руководить жизнями этих людей. То есть, по сути, мы делали все, что он придумывал. То есть он, начиная от того, что он писал песни, естественно, он полностью там, в съемочных процессах участвовал. То есть это клипы, это его идеи на эти клипы. Вот. И, соответственно, он как-то так вот хотел еще и руководить полностью жизнями людей. То есть там доходило до того, что на одной из гастролей мы с мужем пересеклись на концерте. Мы работали в одном концерте, только он там играл. У другой известной певицы, вот, и было время нам встретиться, потому что мы выезжали только на утро, и мне не разрешили с ним встретиться.
не разрешили встретиться с мужем. То есть вот до такой степени, то есть уже давление было, что типа нет, вы будете делать только так, как вот я сказала. Поэтому, конечно, он карабас-барабас в этом смысле. А что означает не дозволили? Это же было контракт, который бы вам забороняв это делать. В том-то и дело, что у нас не было контракта, вот, что тоже удивительно. Но все как бы беспрекословно подчинялись. Вот, потому что, во-первых, это была очень тонкая манипуляция, то есть это не было такого, что он звонил и говорил, там, я сказал, там, делать это, такого не было. Но все прекрасно понимали, что надо как-то, ну, потому что мы не можем по-другому, или ты, если ты хочешь остаться в этой группе, то ты должен делать так, либо ты уходи, что, собственно, и произошло. Какие еще приклады манипуляции мы можем навести? Может, не ваши, может, как девчатами манипулировали? И девочка, ну, я, во-первых, действительно уже, может быть, многое подзабыла с тех времен, вот, потому что оно как-то так уже настолько ушло, отжило, сгорело там где-то и превратилось в такой пепел, поэтому, в принципе, очень все было манипулятивно, по большому счету. Хотя начиналось все очень ну, с таких дружеских отношений, и тогда казалось, что тебя понимают там, ну, на самом деле. А может, насправді це від початку так здавалося? Може, від початку були маніпулятивні? Я так теперь уже тоже думаю, что да, наверное. Ну, хотя я думаю, что было очень много искренних моментов. Я уверена, что было много по-дружески искренних моментов. Ви після того, як пішли вже з групи, присвятили пісню кукли російською мовою групі Viagra. Так. Розкажіть, який сенс ви закладали в цю пісню? Ну, во-первых, тогда было очень для меня свежо все это, то есть все эти переживания. Вот. И сам смысл песни на самом деле об обратном, о том, как женщины манипулируют мужчинами. То есть они так и называются, красивые куклы, так невинные. Вот, брюнетки, блондинки, мальвины, но как бы эта песня о том, что берегись, мужчина, вот, она обязательно будет тобой манипулировать. Но сам видеоряд мы поменяли наоборот, то есть у нас в клипе «Карабас-барабас» и три девочки, которые он там дергает их за ниточки, они, значит, как в кукольном театре, ему подчиняются. И, естественно, и тогда еще не скрывала, что вообще это да, это такой посыл в сторону Виагры, но не только на самом деле Виагры, а вообще шоу-бизнесу и подобным коллективам, потому что так происходило во многих коллективах, когда... Вы отримали якусь реакцию от Кости? Нет, конечно, нет. Вы взагалі бачилися с ним после того, как вы уже пішли с группы? Да, виделись, конечно. При особистих зустрічах чи там на якихось заходах пересікалися? У нас була така одна личная, ну вона не совсем личная, а тоже делового плана как бы встреча, поскольку нам нужно было там решить финансовый вопрос, касающийся просто песни «Попытки номер 5», то есть это такие рабочие моменты. Мы просто встретились, ничего такого особенного. Естественно, мы пересекались на каких-то телевизионных передачах, я помню, как, музыкальных шоу. И «Хочу Виагру», безусловно. То есть ну, встреч этих было очень мало, там буквально, если я помню, три раза за вообще все эти годы. Про что говорили? Ну, в Москве мы пересекались, безусловно. Ну, мы говорили о простых человеческих вещах. И вот когда мы с ним в очередной раз встретились на съемках, вот, он очень увлеченно и долго рассказывал о своем доме, как он там все построил, какая у него чудесная студия, какой он купил пульт звукозаписи. То есть он очень увлеченный человек, увлеченный музыкой. Поэтому он практически весь разговор был о том, как он счастлив, что у него есть собственная студия и какой-то там совершенно невероятный пульт, которым там пользовались какие-то мегазвезды, он где-то его заказал. То есть такие разговоры, естественно, о здоровье, как дела, там, как жизнь протекает. Это было не натягнуті зустрічі? Нет. Нет. Мне даже показалось, что и он был меня рад видеть, и я его вообще всегда тоже рада видеть. У вас є якась образа на нього? Как вам сказать? Да, вроде бы как бы есть обида где-то в глубине души.
Хотя я не обижаюсь на... Ну, я стараюсь не обижаться, я стараюсь просто понять, что так, значит, и должно быть. Вот. Но у меня обида только в том, что он не смог, наверное, сохранить вот это состояние комфорта в группе, которое было изначально. И что вот это все начало распадаться, и начали меняться люди и так далее. Вот мне просто обидно за него. Это не обида как бы за меня, потому что я свой опыт жизненный там взяла от этого и пошла дальше по своей жизни, и это нормально, как бы это совершенно нормально. Мне обидно за него, что он не смог вот сохранить в группе какую-то вот такую атмосферу. Потому что, например, в моей группе все люди, мы сразу же после Виагры, это получается почти 18 лет, мы вместе, и у нас не бывает таких, это одна большая семья, это очень важно, то есть все друг друга любят, уважают, все, ну, я, конечно, понимаю, что это не женский коллектив, где там девочки между собой там готовы за что-то бороться, но, тем не менее, я вот именно этим и горжусь. У Костянтина были какие-то неблагородные вчинки по отношению до девчат? Этого я не знаю. По отношению ко мне не было. Добре. Так хочется за что-то схватить, да? И не получается. Давайте тоді поговоримо більше все ж таки про дівчат. Ми можемо навіть всі персонали, з якими ви стикалися безпосередньо в групі, розібрати так трошки по кістках. Да? От почнемо з Наді. Ви сказали, у вас було перше враження. Яка це людина? Який у вас остався вже, лишився після смак? Ви хочете, щоб я розказала о сьогоднішньому дні? Ні, о том, про те, які були вчинки у людини під час того, коли ви працювали разом. Вчинки, рішення, щось таке, що сформувало ваше уявлення про неї як про людину. Ну, я можу сказати, що це дуже сильний чоловік. Це раз. І два, це дуже мудрий чоловік. Вот. И вот благодаря ей я поняла, что интеллект и мудрость – это вообще две разные вообще вещи, не надо это путать. Ты можешь вообще ни одной книги в жизни не прочесть, но при этом у тебя нет жизненной мудрости, ты не понимаешь других людей, ты никогда с ними не найдешь общий язык, ты никогда не выстоишь в каких-то очень сложных ситуациях. У Нади как раз наоборот. Она вроде бы, ну так вот, человек, который там не так уж сильно там читала что-то, да, вот интеллектуально она там… Тогда, на то время, была достаточно простым как бы, человеком, но она была настолько мудра, и я просто, глядя на нее, я иногда даже не понимала, откуда это у нее, наверное, просто врожденная женская такая сила. И, конечно, ее поступки, они меня просто поражали. Во-первых, как она работала. У нее была больная спина, там какая-то грыжа в спине, и она ездила на эти гастроли, колола себе уколы, я там намазывала ее этими кремами, и она выходила на сцену, и при этом еще садилась на шпагат и делала какие-то кульбиты. Это просто невероятно, это при том, что мне тогда я не могла тогда этого понять, у меня никогда не было там проблем со спиной, вот недавно у меня проблемы со спиной начались, и я вспомнила в первую очередь Надю. Я вспомнила, как она вообще могла с такой болью все это, и при этом она никогда не жаловалась. Она могла там сказать, ой, там, я у нее спрашивала, она опять болит спина, она говорит, да, спина, вот там в поезде ее намазывал. Вот. Ну и, конечно, то, что она была беременная, вот, и ездила на гастроли, и точно так же все эти шпагаты, все эти танцы, все это без остановки на уже таком хорошем месяце беременности тоже говорит о том, что она невероятно какая-то выносливая. И тоже же ничего не говорила. То есть Надя это вообще такой был человек, на которого всегда можно было положиться, она никому ничего не расскажет. Вот. Вы зараз на нее спілкуетесь? Мы редко встречаемся, просто пересекаемся по работе, вот, но это всегда такие прекрасные встречи, вот, мы просто безумно рады друг друга видеть, потому что еще дело в том, что вот эта Виагра имени двоих людей, мы пережили огромное количество приключений, огромное. И потом как-то я у Нади спросила, ну как у вас дальше
так же, как і було. Вона говорить, ні, говорить, такого, як у нас, говорить, не було. От ви, якщо ви згадали про пригоди, давайте поговоримо про пригоди. Ну, во-первых, це було достатньо таке время бандитське, це 2000-е. Вот. И, естественно, нас приглашали на разные концерты. Вот. И очень было много неадекватных людей. Вот. И мы попадали на бандитов, которые стреляли в лесу из автоматов. Ну, представляете, вы сидите в машине на заднем сиденье, а вокруг вас джипы, люди выходят, автоматы все стреляют. Это была история, когда мы приехали в некий город, я не буду его называть, вот, это был корпоратив, на котором были только мужчины, вот, что меня сразу удивило, нас с Надей, как бы, никто не пришел с женой, никто не пришел с подругой, все пришли как бы сами. Вот, мы прекрасно отработали, и нас пригласили на ужин, мы ужинали, и на столе были грибы маринованные. Белые маринованные грибы. Я сказала, боже, какие это вкусные маринованные грибы, вот просто вкуснее, я не ела. Вот. И когда мы уже уезжали обратно, не было никаких там домогательств, еще что-то. То есть это было видно, что люди бандитского склада, но все такие, знаете, благородные пираты. Мы не бандиты, мы благородные пираты. То есть никто там нас не обижал, ничего. Но тем не менее, когда мы уже выехали, вот, и ехали, нам нужно было ехать в гостиницу в другой город через лес. Уже было на улице темно, мы вдруг обнаружили, что за нами едут автомобили. Вот, а водитель был от этих людей. Водителю позвонили и сказали, чтобы он немедленно остановился и развернул машину. Он начал разворачиваться. Вот, с нами в машине сидел наш охранник, он начал кричать, то есть началась такая паника у него. Он начал кричать на этого водителя, ну, естественно, с матом трехэтажным, немедленно останови, этот его не слушается. В общем, он развернул этот автомобиль, мы остановились, нас окружили, вышли эти пацаны, назовем их так, достали автоматы, просто даже это не ружья, там не пистолеты, а автоматы, и начали стрелять в воздух. Вот. Мы просто вот так вот сидели с Надей на заднем сидении, вообще не понимая, что вообще происходит. Вот. И что-то там наш охранник Сережа с ними переговорил, он умеет разговаривать на всякие эти темы, что-то начало стихать вся эта штука, и вдруг так неожиданно они все сели, значит, в машины и уехали. Вот. А мы развернулись и поехали в город, в гостиницу. И когда мы приехали и начали разгружаться, открыли багажник, весь багажник был заставлен маринованными белыми грибами. Это были трехлитровые банки, литровые, двухлитровые. Где они их взяли, я не знаю. Просто у них такая, видимо, манера остановить, догнать, остановить и это подарить. И мы потом эти маринованные грибы, у нас весь номер с Надей вот так почти до потолка там был заставлен этими грибами. Мы уже раздавали их, в общем, все получили, музыканты, группы, все получили, все приехали домой с грибами. Но это, конечно, незабываемое было. І це неоднократна така історія. А були ситуації, коли мета переслідування була не щось вам подарувати, а щось взяти? Так, да, безусловно. Вот. У нас в Карпатах був такий случай, коли нас прийшлося барикадувати. Вот. І ми вже збиралися прыгати в окна. Вот. Тому що хазяїн банкета, він... Ну, я не знаю, що він хотів з нами зробити, вот. Він конкретно не говорив, але він просто так... яростно требовал, чтобы мы после концерта прямо вот сели и, ну, к нему за столик и с ним, значит, там ужинали, а по правилам Виагры мы этого никогда не делали. Вот, ну, то есть это было запрещено, и, естественно, он послал своих людей, эти люди начали вести себя нагло, и наш охранник быстро нас за шкирку забросил нас в номер, сказал, быстро собирайте вещи, мы собрали все вещи, сидели на чемодане, и прямо у нас под дверью, вот они прямо стояли у нас под дверью, мы слышали весь разговор, как они требовали у него открыть дверь немедленно, что сейчас они ее будут ломать. Вот, ужас, мы в ужасе, но наш Сережа, конечно, он молодец, вот он умел разруливать такие ситуации. Вот. И такая же еще более ужасная ситуация была в Казахстане, потому что там высокопоставленный чиновник, который имеет действительно очень серьезную власть,
вот, который просто напрямую предложил деньги. Вот сейчас вот после концерта мы вам, значит, там столько-то денег, вот, и ждем девочек там. Сколько? Я не помню, если честно, чтобы так не говорить. И здесь уже наш охранник понял, что здесь договариваться будет очень сложно, и поэтому он им пообещал. Он сказал: да не вопрос, сейчас девочки, ну вы же понимаете, после концерта они потные, там, уставшие. Нам надо заехать в гостиницу, сейчас они там приведут себя в порядок и будут у вас. Таким образом, мы просто оттуда уехали, прибежали в гостиницу, быстро собрали вещи и сразу уехали в аэропорт. Хотя нам до самолета было еще куча времени, но лучше быть в аэропорту, чем в гостинице. Была еще такая история. А человек знал про те пригоды? Конечно, знал. Как он вам не сказал все, Алена? Ему, естественно, это как нормальному мужчине и мужу не нравилось. Ну, такая у меня была работа. Добре, тоді продовжимо ваші міркування щодо людей, з якими ви працювали в Віагрі. Аня Седокова. Ось мені чомусь о ній дуже тяжело говорити. Вот. Не знаю, тяжело мені о ній говорити. Вроді би, мені как бы нечего сказати о ній хорошого, і плохого, і хорошого. Понимаете, вот так вот. Тобто це как бы... Ви скільки років пропрацювали разом? Рік? Ми з Анею, да, год. Ну, как бы... Це великий термін для того, щоб скласти якусь думку про людину. Я можу тільки сказати, що якщо ми з Надією, наприклад, на первоначальному етапі були дійсно як марсіанин з землянином, там взагалі дуже різні люди, то з Анею Седоковою це навіть, я не знаю, як зовсім два різних чоловіка. Все, что я могу, какие комментарии дать. Вы відчували якусь з її боку закоханість до Костянтина? Влюбленность? Не знаю. Интерес, возможно, свой какой-то, да. А влюбленность? Який интерес? Я не знаю, какой интерес. Ну, как мужчине, наверное. Интерес как мужчине. Ви бачили, що вона колись страждає від того, що там Костя їй якісь смски присилає щодо звільнення, ще чогось, те, що вона описувала власне в своїй книзі? Ні. Ніколи не бачила, взагалі не бачила, щоб вона страждала, тому що у неї завжди все, я тільки бачила, як у неї змінявся один поклонник на другого, там і все у неї було добре. Тобто куди б Аня не приїхала, у неї везде був якийсь поклонник. Скажем так, и я же говорю, это не при мне. Может быть, это и было, но это не в то время, когда была я. То есть при мне Аню никто не собирался увольнять, и, по-моему, я не помню такого. Костюк. Дима. Димочка Костюк. Ну, это такой особый персонаж тоже. Вот. В чем особенность? Дима, он, что можно сказать, он такой, периодически мне, он очень напоминал мне ребенка. Вот. Он вроде бы как бы такой высокий и красивый мужчина, а вот так вот, когда общаешься с ним, вот кажется, что это якась дитина. Потому что Диме, по сути, в жизни очень много везло. Вот. То есть ему повезло с Бестиви, ему повезло с Виагрой, вот, где он очень себя прекрасно чувствовал и комфортно, и в плане финансов, и все остальное. Вот. Но вот этого настоящего мужского как бы, опыта жизненного, я так поняла, у него нет. Так вот он себя и вел. Вот он мог, например, на совещании, мы все собирались, он мог просто открыть шкаф, достать такую пачку денег и сидеть ее считать. Просто перекладывать там в стопочки, шуршать этими деньгами. Вот. Тут Костя что-то рассказывает, мы его слушаем внимательно, там, готовимся к какому-то проекту, а он вот играется деньгами, там, ну, поигрался, там, сложил. Вот. Ну, то есть иногда так смотришь, ну, как будто там человеку 12 лет. Вот. Хотя его, безусловно, нельзя сказать, что он ничего не сделал, он... В общем-то, насколько я знаю, и подтолкнул Костю к созданию группы самой. Как бы его, он его уговаривал. То есть у них была такая идея, но Дима все-таки помог
скажем, Косте все-таки принять окончательно это решение. И поэтому то, что Виагра существует, это и заслуга Димы Костюка. Вот. Ну, чуть-чуть он немного жадный был такой, скажем, как я тебя? Не... Ну вот, я никогда не забуду, очень Диме и Косте не нравился мой плащ. У меня был такой коричневый плащ. Вот, я думаю, если Костя будет смотреть это интервью, он засмеется, наверное. И они так этот плащ ненавидели, что они как-то мне сказали, мы обязательно этот плащ спалим просто когда-нибудь на площади, прямо где-нибудь в центре города. На что я объяснила им, что из того гонорара, который я получаю за свою работу, я не могу себе позволить какую-то очень дорогую, яркую, такую, как вы хотите, вещь. Вот. А они все время должны купить что-то такое шоу-бизнесовое, чтобы там тигры, значит, леопарды. Я говорю, у меня таких денег нет, вот, поэтому извините. И тогда Дима Костюк, значит, так, свысока, благородно говорит, ладно, я дам тебе денег. Значит, на какую-то верхнюю одежду, чтобы ты, значит, нормально ездила, как настоящая Виагра. Это было $300 по тем временам. Вот. И за эти $300 я купила себе дубленку. Это была зима как раз, вот, и ездила на гастроли. Вот мы едем в Москву подписывать контракт с компанией Sony Music. Вот, и там была какая-то очень большая сумма, какая точно я не знаю, потому что нас не посвящали, естественно, в эти все дела. То есть продажа альбома, первого альбома, то есть Sony Music купили этот альбом. Вот, и нам все равно, как бы, как участникам группы полагались какие-то деньги, то есть за участие, естественно, там, ну, мы просто, понимаете, если бы у нас были контракты, там, это было бы совсем по-другому. Вот, и нам торжественно выдали, значит, деньги в конвертах. Вот. И на моем конверте было написано минус $300. Я говорю, а что, как это минус $300? Он говорит, ну как это? А дубленку, которую ты купил? Вот это, понимаете, такие поступки. И как ты, и что ты тут, и не заплачешь, и ну, только можно посмеяться. А Костя вдавался щены маніпулювати? А? Костя маніпулював ще Костюком. Костя Костюком. Ну, я не знаю. Ну, воно ж було на поверхні. При нас он не позволял себе, ну, каких-то явных вещей. Мы могли там о чем-то догадываться, но при нас такого не было, чтобы он прямо вот было видно. Вот. У них, кстати, первое время были очень дружеские тоже отношения. Они все время вот, они были вместе, и там, мы там, могли поехать просто куда-то в ресторан все вместе. Там Дима, я, Надя, Костя. Вот. И я тогда не видела никакой манипуляции, ничего, только видела, как они просто очень сильно дружны. А потом что сталося? Это уже произошло после того, как я ушла тоже. То есть когда у них начались, я так поняла, какие-то конфликты между собой, потому что при мне этих конфликтов не было. Вы же, напевно, чули, через що був той конфликт, чому вони розійшлися? Из-за названия Viagra? Ні, коли вони вже перестали співпрацювати разом? Нет, я не знаю. Не знаєте? Ну, намекніть, я, може, знаю. Ну, коли вони перестали співпрацювати, Костянтин з Дмитром, через що це сталося? Я просто не знаю причини, тому не можу навіть натякнути вам. Я чула. Это я не знаю, честно. Вот, просто я знаю одно, что у них начали портиться отношения уже достаточно давно. На какой почве, я не в курсе, не имею права даже об этом говорить, озвучивать то, чего я не знаю. Вот, я просто знаю, что они достаточно долго уже работали вот, как бы, не слаженно. А вы, до речи, рассказывали какую-то историю про параллельную Виагру. Да, это конфликт уже, который разгорелся между Костей и Димой после того, как Дима ушел. Это 2013 год, да, здесь? Да, наверное, я уже не помню. Вот, и насколько я поняла, само название Виагра, оно было оформлено именно на Диму Костюка. Или, возможно, как-то на двоих, вот. И поэтому была вот эта конфликтная ситуация, кому же принадлежит название Виагра.
Вот, юридически просто. Естественно, выиграл все суды Костя Меладзе. Мы все давали какие-то комментарии в разных интервью, как бы подтверждая то, что да, действительно, это Костина группа. Вот. Хотя я считаю, что Дима также имеет там какое-то право, потому что он тоже участвовал. И Дима Костюк решил, что поскольку он имеет права на название, он сделал свою «Виагру». Вот. Была еще одна группа «Виагра» параллельная Димы Костюка, и даже один раз мы пересеклись на одном из концертов. Это было очень весело. Какие девчата там были? В Украине, девчата, да? Наши девчата, да. А вы не слышали никогда об этом? Это, кстати, никто не скрывал, это не была какая-то подпольная группа. Но только с песнями, не из «Виагры», потому что права на песни принадлежали Косте. Добре. А ви з Костю, до речі, зараз спілкуєтесь? Ні. Чому? У нас давно потеряні всі контакти, і нету почви, на якій можна було б общатися. Розкажіть тоді, як ви пішли з «Віагри»? Що там нарешті, що насправді сталося? Знаєте, та для мене це такий, не то щоб болезненний вопрос, я дуже багато об этом розказувала, вот. І на самом деле я нічого конкретного вам все одно сказати не можу. Вот, потому что я уже говорила об этом в самом начале программы, что очень было сильное перенапряжение, очень было сильное уже раздражение, все начали друг друга раздражать, вот, и не хватило жизненного какого-то опыта там, посмотреть на какие-то вещи совсем под другим углом. И поэтому все это привело просто к истощению. Мне просто хотелось оттуда бежать. Не то, что просто взять и уйти, а просто бежать и никогда не видеть вообще ни одного этого человека. Вот настолько мне было тяжело. Только через то, что вы много работали? Потому что мы много работали, потому что какие-то были внутренние там моменты, которых я вам все равно рассказать, ну, я не могу их до конца нашему зрителю это донести, потому что я считаю, что это неправильно. Это все, можно что-то приоткрыть, рассказать, но, знаете, там выносить уже полностью ссоры из избы, там, это просто неблагородно, нечестно. По отношению до кого? По отношению к тем людям, которые тогда были в «Виагре», то есть и к Наде, и к Косте, и к Диме, вот. Видимо, у меня какое-то такое воспитание. Добре, тому тоді, пробачте. Як ви пішли? Ви говорили на цю тему з Костю. Ви приходили до нього, говорили, що мені важко, в мене є такі думки. Ні, у нас там произошел конфлікт один. І, з чим він був пов'язаний? Ну, я не скажу вам, з чим він був пов'язаний. Вот. Просто конфлікт, це була відправна точка. Вот. Тобто, последняя капля, коли вже... Уже я приняла для себя конкретное решение, что я ухожу. Я поговорила с мужем, насколько вот он меня поддержит в этом. Он, конечно же, меня поддерживал максимально. И я просто тогда сказала, что я буду уходить. Это было перед Новым годом. То есть с Нового года уже ищите там нового человека и так далее. Замену. Я уходила очень благородно. Вот. То есть я уходила как человек, который вообще понимает, что это коллектив, что проделана работа, что надо найти какую-то замену. Я не просто там махнула хвостом и исчезла. Вот. Хотя один раз я не поехала на концерт. Вот. Когда это был этот пик вот этого уже нервного срыва, я просто сказала, что на концерт я не поеду. Вот. Как на это отреагировали продюсеры? Да ужасно, конечно, потому что ну как это? Вот. Тем более, что очень там многие песни пелись под фонограмму. Вот, и там в записи ваш голос, и... поэтому, естественно, было сложно, но как-то справились. Ну, когда вы сказали Косте, да, я так понимаю, что вы будете идти с группой, какая была в него реакция? У него была реакция, он не хотел, чтобы я уходила. Мы очень долго, мы тогда были в Москве, вот как раз вот эти дни, мы очень долго говорили, как, там, чуть ли не каждый день по телефону, то есть мы там что-то это обговаривали, потом я приехала в Киев, мы еще встречались неоднократно. Вот. Що він вам казав? Він вам пропонував щось? Да, он просто он просил по-человечески не уходить и говорил, что я совершаю на самом деле ошибку и что так делать не надо, потому что это только начало «Виагры», это только старт. Вот. Но я была как бы непреклонна. Тогда вот я была в таком состоянии и была на таком уровне своего, ну, своего жизненного мировоззрения, как бы, что нет, я приняла решение и
благополучно ушла, и я помню этот момент. Новый год в Москве, новогодние концерты, вот, и мы прилетаем в Киев, выходим в аэропорту, то есть с самолета, и я понимаю, что это уже все, то есть это последний раз, когда, возможно, мы там видимся все вместе. И у меня было такое облегчение, вот я не знаю, как будто бы у меня выросли крылья. У меня было такое ощущение, что у меня камень на шее все это время, и как будто у меня выросли крылья, и я прямо вот в новый первый день, 1 января Нового года, вот я прямо вышла на улицу, вздохнула полной грудью, и как-то мне показалось, что, что я все сделала правильно, потому что такие ощущения, они не могут быть как бы фальшивыми. Костя в своїх інтерв'ю говорить про те, що він вас звільнив, тому що не бачив розвиток групи з вашою участю. Он може говорити все, що хоче. Це його група. Вот. Я розповідаю і несу абсолютно повну відповідальність за те, як все це було на самом деле. А чому він таке говорить? Я не знаю. Я это, знаете, воспринимаю как своего рода трусость, да простит меня Костя, потому что как бы взрослый, ну, очень успешный мужчина вдруг таким образом, ну, как бы побоялся и начал придумывать какие-то истории. Ну, я сама, когда там слышала это или там смотрела в интервью, я была ошарашена, ну, що я можу зробити? А ця історія про штраф? Те, що було якийсь там символічний штраф, $50 для того, щоб вас, я не знаю, спровокувати, щоб ви пішли з групи. Був цей штраф? Ні, я не пам'ятаю. Штраф. Це розповідав Костюк. Він сказав, що ніби спеціально за щось вас оштрафували для того, щоб вас спровокувати, образитися на продюсерів і піти з групи. Ну, я не знаю. Вот, видимо, у нас в голове что-то такое, понимаете, разное. Не могу ничего сказать про это. Добре, ви пішли з групи, зайнялися сольною кар'єрою. Так. Да. Як у вас складалося на початку, бо є інформація, що на один з фестивалей Костя або Діма казали, що вони не будуть виступати Віагрою, так? Розкажіть, що це був большой. Ми можемо називати таврійський ігрі? Так, там можна. Да, это были Таврийские игры, нас пригласили, вот, и это было уже не первое наше выступление, по-моему, это второй или третий раз, когда нас приглашали уже на Таврийские игры, вот, и вдруг нам перезвонили и сказали, что все отменяется, вот, и мы спросили, можно узнать причину, и нам так и сказали, что вдруг появилась возможность пригласить Виагру, но только с одним условием, что не будет Алены Винницкой. Ви говорили з ними щодо цього? З Костю або з Дімою? Чому так відбувається? Ні, ну а що можна на цю тему говорити? Сказати, чому? Що вам зробило поганого? Даже не хотілося. Даже не хотілося. Тому що такі поступки від мужчин, вони, ну, вони дуже для мене странні. Як два сильних мужика можуть там боятися дівчинку. У мене було взагалі таке відчуття, що вони мене просто бояться. Чому вони мене бояться, я не знаю. Ще були якісь ситуації, коли ви відчували, що ви не можете рухатися вперед через те, що є якийсь, може, тормоз з боку Меладзе? Ну, у мене немає якихось прямих доказательств, але люди, які, ну, я думаю, що в курсі цього матеріалу, цього діла, неоднократно ми сталкувалися з тим, що где-то не брали песню на радиостанциях, потому что был запрос на то, что если вы хотите Виагру, то давайте тогда без Алены. Но, опять же, никаких доказательств у меня к этому нет. Просто это то, что нам рассказывали, потому что иногда мы просто не могли понять, почему что происходит. Вот, что происходит, почему такой ступор, почему люди отказываются от наших материалов. В этом же нет никаких моментов. А потом нам сказали, что там были моменты. Я так розумію, що от ваші зустрічі з Меладзе, про які ви говорите, вони були вже після от тих обставин, про які ви розповідаєте, так? Да. Як при цьому могла відбуватися зустріч, як ви казали, ну така спокійна між двома старими приятелями?
Ну, могла, потому что, я же говорю, между нами никогда не было каких-то таких серьезных конфликтов. Прямо вот так вот. И когда мы расставались, не было такой ненависти. У меня к нему не было ненависти. Вот. Просто я устала вообще от всей этой игры, от всего этого театра. Я просто не могла там находиться, психологически не могла. И поэтому я, естественно, ушла. Но как просто обиды такой на Костю, что он мне что-то сделал плохое, у меня не было. И до сих пор нету, потому что я же прекрасно понимаю, что благодаря ему у меня началась вообще серьезная карьера вообще в жизни. И за это нужно только благодарить. А то, что такая была атмосфера в группе, скажем так, не очень здоровая, то кто ж виноват в этом? Наверное, кто-то виноват, но уж точно не я. Я вже говорю про ті події, які відбувалися після. Ну, тобто він у вас, як ви казали, та, чоловік сильний, досвідчений і за спиною, по суті, обламує вам кар'єру, розвиток вашої кар'єри сольної. Ну, діло в тому, що я ж не одразу, во-первых, узнала об этом. Это же не то, що там даже в перший год, это потом уже, это там спустя 5 или 6 лет ми там начали узнавати какие-то вещи. Вот. Потом все-таки, ну, я не знаю. Як воно було в цей момент, що от ви дізнаєтеся таке? Це ж несправедливо. Да, это несправедливо, но у нас и не было каких-то таких прямо супердушевных встреч. Это были просто встречи нормальных людей, взрослых, которые могут сесть, поговорить, например, полчаса, выпить чашку кофе там. Это не были встречи, привет, как я соскучилась или как там, как я рада тебя видеть и так далее. Это были очень, так сказать, встречи достаточно рабочего характера, но поэтому все, нормальные люди все могут. Костя колись проявлял до вас интерес, как до жінки? Ви відчували від нього, як від чоловіка? Ну, опять же, вы же сами ответили на вопрос в начале интервью о том, что Костя выбирал таких женщин в Виагру, которые ему нравились самому. Ну, то есть это был его критерий. Ну, он проявлял какие-то, я не знаю, может, флирт, интерес, так, чтобы это было в каких-то действиях або словах. Вы знаете, я не хочу это комментировать, потому что, возможно, мне могло что-то показаться, а я буду не права. Поэтому лучше не давать комментарии по этому поводу. Добре, кілька років тому в пресі з'явилася, ви давали інтерв'ю, да? І після того в пресі з'явилася інформація, що у вас були, ну, ви прям лікувалися в психиатричній... Ой, эту тему вообще, если можно, не затрагивать. Я несколько раз о ней говорила, вот, в нескольких интервью, и просто закрыла для себя эту тему, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Я не хочу об этом сейчас, по крайней мере, говорить. А чому не хочете? Просто не хочу. То есть есть темы в жизни, которые... Понимаете, меня очень долгое время обвиняли там многие там журналисты, ну как бы не то чтобы обвиняли, а немножко так задевали за то, что я ничего не рассказываю про свою личную жизнь, там в основном о творчестве или еще что-то. Я решила там немножко приоткрыть что-то. Я рассказала о своей депрессии, о том, как там я действительно лечилась в частной клинике, это недолго. Вот. И теперь, что не интервью, то обязательно расскажите об этом. Ну, то есть как-то. І тому я вирішила поки що пристановити цю тему. Я можу вас запитати про кризу вашу сімейну з чоловіком? Так. Да. Що відбулося між вами? Чому у вас, ну, можна сказати, ви були на межі розлучення, так? Ні, ми так і розійшлися, і 2,5 роки. Офіційно розлучилися? Ну, можна і так сказати, так. Да. Вот. І, учитывая, що ми офіційно не женаті, вот, поэтому, знаєте, офіційно, неофіційно ми розійшлися. Вот. І поэтому... Я думаю, что не думаю, я уверена, что со мной произошло то, что должно было произойти, и то, что происходит практически со всеми людьми на Земле. Вот. Люди встречаются, люди расстаются. Вот. И вот это вакуумное состояние, в котором я большую часть своей жизни была, вот оно должно было просто сломаться рано или поздно, чтобы пошел какой-то прогресс в моем личном развитии. Поэтому все шло к тому, что да, рано или поздно мы бы с ним расстались, и мы таки расстались.
Вот. И это все было в один период с этой депрессией. Вот. И это был очень тяжелый период для меня. Но, вы знаете, это, у меня такое впечатление, я как змея, которая шкуру сбросила, я как будто родилась заново. Я вообще посмотрела по-другому на мир. Вот. У меня открылись какие-то совершенно другие взгляды вообще, какие-то другие совсем вибрации. После того, как ты именно испытал эту боль и перешел этот страх, потому что мне было очень страшно остаться одной. Я никогда не была одна, там, в отличие от многих женщин, да, которые были одни, там, а кто-то с ребенком, то есть это то, что тебя закаляет, делает тебя сильной. Вот. А я, получается, из такой девочки, припевочки, которая всегда есть тыл, всегда есть мужчина, вдруг остаюсь абсолютно одна, практически без денег, потому что тогда и концертная деятельность начала угасать. И, конечно, у меня просто началась депрессуха очень серьезная. Вот. Плюс полное непонимание, ну, как бы с мужем, и стало, а мы как бы люди нормальные, мы не будем там друг у друга там бить горшки на голове и опускаться до каких-то оскорблений. То есть в нашем случае есть только один выход, просто взять и разойтись и все. И просто не портить друг другу нерв. Что мы и сделали. Ну, это было очень тяжело, но это было очень полезно, потому что после этого я почувствовала себя как... Ну, я не знаю, как будто мне прибавилось здоровье, как будто, как эти ивановцы, которые обливаются холодной водой. Пока ты не облился холодной водой, да, тебе лучше не стало. Вот, как бы я почувствовала себя более увереннее в жизни и сильнее. Яков, можемо, так? А чья инициатива была разлучиться, а чья инициатива была зійтися знову? Это общая инициатива, что касается расхода. Действительно общая, это не была такая инициатива. Что стало вот останньою крапкою, коли ви зрозумілися? Ну, я не могу вам сказать, это слишком выносить это все из дома. Вот. Потом, спустя где-то почти 2 года, мы как-то начали постепенно общаться. Ну, мы-то не прекращали общаться никогда, потому что Сергей как был продюсером, и так и оставался. Естественно, мы даже ездили на гастроли вместе. Вот. И, естественно, это наше дело, это наша работа. Мы ее продолжали делать. Просто мы в поле как бы мужчина-женщина уже вместе не существовали. Вот. А потом... У вас были какие-то романы в те 1.5 года, когда вы не были разом? Ну, это вообще вопрос... Мне кажется, супер бестактный. Извините, но я журналист. Да, но еще у меня есть муж. Добре. Тоді знімаємо це питання. Да, класний вопрос. Вы, кстати, вы второй человек, который задал мне его. Вот. А потом просто мы стали как-то, ну, не знаю, сложно. Я не могу это объяснить, честно. Ну, просто это какое-то родство, родные люди, это 20 лет вместе. Это в любом случае люди уже никогда не станут полностью чужими. Вот. Ну, я в это не могу поверить, чтобы люди 20 лет вместе были и вот так вот просто разошлись, и все, больше не интересно. Ты мне не интересна, а ты мне не интересен. Так не бывает. Все равно какие-то переживания, как там, что, да, ничего, а не случилось ли чего. Вот, и все эти, это такая забота, опять же, такие, вот где-то как-то издалека, хотя бы телефонный звонок спросить, как там дела, там, все это, ну, видимо, нам просто нужно было побыть друг без друга, потому что тоже, когда очень долго люди вместе находятся, а у них замыливается уже взгляд, они уже меньше ценят чего-то там, вот, уже не замечаются какие-то моменты прекрасные в человеке. Вот. А когда ты какое-то время вместе не пожил, смотришь, большое видится издалека, Есенин написал, смотришь, а? Вот. И это очень-очень полезно, я считаю, даже очень полезно, так по-другому начинаешь воспринимать человека. Вы, насколько я понимаю, последние несколько лет не говорили про Виагру с журналистами? Нет, я стараюсь вообще не говорить об этом, вот. Потому что мне кажется, что это настолько уже тема, уже только было про нее сказано, вот, что, ну, видно, люди забывают, и вообще Виагра на самом деле удивительнейшая группа на наших территориях, то есть уже прошло 20 лет, она по-прежнему вызывает какой-то интерес, и по-прежнему люди хотят что-то знать и узнавать, хотя все уже, мне кажется, что-то знают о ней, ну,
Я стараюсь слишком много на эту тему не говорить, потому что мне эта тема уже не близка, она уже ушла куда-то на 5-10 план. Вот. Иногда мне даже кажется, что все это было не со мной. Вот. Просто один из таких отрезков моей жизни, очень важных отрезков, конечно, очень важных, потому что за тот короткий срок, который я была в Виагре, я получила такой опыт, который там многие люди за 5-6 лет не получают. То есть это когда типа, просто сразу же огромное количество концертов, это какой опыт, ты буквально за 2-3 месяца становишься профессионалом, за полгода ты уже профессионал, потому что все это нарабатывается, и поэтому в этом смысле я Виагре, конечно, очень благодарна за то, что она меня закалила, вот, многому научила, вот, а все эти конфликтные ситуации, они тоже нужны, потому что без конфликтов никакого роста не происходит. Вы можете дати коментар щодо останнього, ну, скандалу у групі Viagra, що буде йти учасниця Еріка? Mm-hmm. І є така думка серед фанатів, що це покликано тим, що Вера Брежнєва зіграла там свою роль через те, що вона прирівнювала Еріку до Меладзе. Ви знаєте, я взагалі не можу це ніяк прокоментувати, тому що я дуже мало знаю ту Еріку, я не бачила, свічку не тримала, хто там кому чого рівнував. Вот, реакции Кости я тоже не видела, поэтому я просто не имею права об этом говорить. Что вы хотите, чтобы я прокомментировала? Вы, напевно, трошки знаете про стосунки Віри і Кості. Про те, як в них там рольова модель в родині. Нет, этого я не знаю. Никогда их, мы никогда не были вместе, вот втроем, там, например, в гостях они у меня или я у них, и поэтому я ничего вообще об этом сказать не могу. Вы, до речи, с Вирой никак? Я слышала неоднократно, что Вера действительно человек, там, скажем, очень жесткий, вот, и это все, что я могу сказать, но насчет этой ситуации вообще понятия не имею.